Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. И здесь внимание, поразительный хадис. Лучшие среди вас, лучшими среди вас являются те, которые лучше всех относятся к своим женам. Один брат сегодня, да благословит Аллах. Здесь его нет, я передам вам то, что он сказал мне сегодня. Я такой веселый, я так вежлив с людьми, но к семье я жесток, груб. Я сказал, брат, Мухаммад саллям сказал, лучшими являются те, которые лучше всех относятся к своим женам. Лучшие это те, которые лучше всех относятся к своим женам. Это хорошо, быть вежливым со всеми. Но наиболее достойные твоего доброго обращения члены твоей семьи, с которыми ты проводишь больше времени, за которых Аллах субханаху ва тааля сделал тебя ответственным. Почитающий женщин, почитаем! Если ты почитаешь свою жену, она возвысит твое положение. Унижая свою жену, ты сам будешь унижен. Слышал такое выражение? Со счастливой женой счастливая жизнь. А те, кто почитает женщин, почитаемы. А те, кто унижает женщину, позорит женщину, они бесчестны. И посланник Аллаха, саллиллаху алейслам, сказал, женщины подобны мужчинам. Женщины подобны мужчинам. Некоторые люди руководствуются глупой логикой и глупым обычаем, уважаемые братья и сестры. Мой обычай и ваш обычай, если он противоречит словам Всевышнего, Милосердного и словам величайшего человека Мухаммада, если мой обычай и ваш обычай противоречит этому, что мы делаем? Мы смываем наши обычаи в туалет и подчиняемся Аллаху субханаху ва тааля и его посланнику саллиллаху алейхи ва саллям. Многие говорят, ну это наш обычай. Ищу убежище у Аллаха от шайтана.